И здравствуйте, с вами снова я, Карл Джексон. Продолжаем проходить игру Gangster Mine Education. Да, уже прошли на 3%, неплохо. Да, до как можно жить гидроцикл и так далее. Парень попал в мир полный насилия. Он хочет всего лишь вывести свою семью на деньги, силы, дружбу, любовь. Сбили его с толку. Не оправдайте действия, позвонимые в этой игре. Да, мы уже это все слышали. Бежим. Ничего, все нормально. Кстати, мы давно не заходили, знаете, куда? Правильно, в магазин. Давайте посмотрим. Сервисы. Магазин. А, у нас все на один фиг, ничего нету. Так что назад. 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 Идем. Значит, идем. На крыше. Соскучился по мне? Граф убедил меня, что ты бываешь вредный. Он был прав. Я слышала и хуже. От него это звучит как комплимент. Как он? Все еще за решеткой. Есть новости от Роско? Его еще нет. Ну, конечно же. Ты знаешь, перевращается к леди. Слушай, мне нужна помощь. Помощь не бывает бесплатной. Это твой первый урок. Усвоил? Пока мы ждем его, мне нужно, чтобы ты забрал пару вещей, которые мне нужны для этой сделки. Сможешь сделать это для меня? Конечно, как скажешь. А потом мы будем с ней ходить. Что, все нормально. Ога! О, Васа! Нет, я только сразу у меня режим грузина почему-то включается под эту музыку. Там же, чуваки, это же новая версия. У меня не было никаких вот этих вот. Мотоциклы были еще, а вот эти вот, знаете, вот. Как их? Квадроциклов точно не было, а тормози. Поехали. Должен быть. Я на месте, что мне нужно найти? Поищи на контейнерах. Я всегда женщин буду так озвучивать. Как только найдешь сверток, ищи другой сверток на крыше Green & Natural. В вегетарианском ресторане на Factory Avenue. Так, я сейчас перепаркую, чтобы не было никаких проблем. Вот здесь вот остановлюсь. Погнали, значит, погнали. Блин, какой-то мусор тут валяется. Ладно, забираемся. Хопа. А нам деньги за это будут платить? Нет. Так, стоп, надо тут спрыгивать. Так, а как тут добраться? Я помню, что мы будем по крышам лазить, знаете, когда... Да ты иди в жопу. Когда... О, там пистолет, блин, охота пистолет взять. Блин, как... Погодите, я сейчас... О, еще это улыбающееся лицо. Знаете что, чуваки, я попробую сейчас так. А тут можно как-нибудь... О, вот как! Все, я понял. Чайка сейчас улетит, да? О, еще одно улыбающееся лицо. Знаете, на это можно... А мы можем прыгать. Можно на это деньги заработать. И лохие такие. Какая-то красная, это... Какая-то капля оранжевая. И пистолет! А, на 12 патронов. Ну ладно, стрелять пока не буду, потому что не в кого. Стрелять просто так, стрелять в обычных людей. В этой игре, по крайней мере, я точно не буду. В GTA San Andreas как-то было такое, но... Да я знаю, что... Чё ты мне говоришь? Не-не-не-не, так, знаете, что надо... Как менять оружие, я не помню уже. А, вот, все, кулаки. Она потом еще могут предложить два пистолета или этот... Глушителем. Надо будет чаще брать глушитель... А, ну да, все правильно. Все, идем туда. Помню, надо тут с кем-то перетереть еще что-то. Вот так, может быть, все. Тупо я хипарил, лучше есть коров, а не питаться как корова. Ну хорошо, где этот сверток? Чуть мент на меня не наехал. Ладно. Мы там будем, можно отдельно собирать эти чемоданы. Перевели как сверток. Какой сверток? Это чемодан, блин. Подожди, выгодится попасть, чтобы залезть на него. Да я знаю, что ты мне учишь-то. Как же мне туда добраться-то? Что же делать? А, реально, а как мне туда добраться-то? Ну, не так же. А, тьфу ты! Реально, надо было забор обойти. Ага. Хотя, знаете что, можно было и вот так вот сделать. Ну да. О! Изи, даже на другой ящик надо забираться. Не, конечно, он скалолаз. Жалко, это в GTA San Andreas нельзя. О, нам звонит. Кто же это? Бетти, я достал сверток, судя по весу. Что там? Тебе это не должно волновать. Договорились? Я буду на связи с покупателем. Скорее доставь свертки в Бричсайд Парк. Не заставляй девушку ждать. И там еще на время, да? Конечно!
Ну а мы еще вы чё? Ай! Я сейчас думаю. Так, надо срочно брать мотик. Мотик у этого чувака надо брать. Я даже. Нет. Знаете что, если не надо стоять, я не буду. Блин, короче, я опоздал. Дай, короче, дайте. Извини. Извините, девушка, но мне срочно надо торопиться. Время, конечно, о, как их долго убивает, но. Если что-то произойдет, мне кажется. Главное сейчас. Ой, чайку нельзя убить, насколько я понимаю. У меня в версии не было чаек, но. Я вообще играл в английскую версию в начале. Вау, забрались такие. О, все. И чё? Спасибо, дорогой, неплохо для мужлана. Эй, подожди, за услуги нужно платить. Как ты мне сказала, одна красивая учительница? Это он про нее уже и говорит. Хорошо, вот твой кусок пирога. Он нам деньги даст? Эй, в школе не так уж и плохо. Я чуть не забыл, Роско вернулся. Встретимся у меня немного позже. И все, куда-то ушла и исчезла. О! Нам гонку дали, знаете, чуваки? Я сейчас возьму и гонку будем проходить, потому что это короткая миссия. Чувак, извини, но я угоню мотоцикл. Гонку надо проходить, потому что... Ай! Так, и что у нас тут? Начать гонку? Ну ты что, шутишь? Конечно, да. Бесстрашный гонщик. Да. Это я. Если ты будешь быстро на улицах, ты сможешь доказать свое право называться королем гонщиков. Правда? Легко? Я могу устраивать гонки даже в час пик? Вау, хотелось бы это увидеть. Ага. В этой игре вряд ли это получится. Ну, может быть, мало ли, что-то я не знаю. Мало ли, что-то забыл. Ну, хотя бы нет, я помню то, что гонки в час пик мне точно не могли устраивать. Чё ж музыки-то нет? О, я его! Как я его обманул-то ловко. Ну да, музыка. Чё там включается? А, легко все. Тут право. Тут налево. Ну тут понятно, тут квадратики налево, значит, повернем. Стоп! А тут меня обманули. Ну тут налево. Иду налево. А, ну тут в бассейн нельзя упасть, это вам не GTA San Andreas или какая-нибудь еще игра, в которой можно легко утонуть. И Васити. А право! А налево! И все, мы приехали. Если нету квадратика. Не могу повалить, невероятно! Да ладно тебе, это проще простого. Ну все. Вот и все. Ну, чуваки. Можно на этом. Так, чуваки, не знаю, может купить себе броню? Да, я, пожалуй, прямо это при вас и сделаю, потому что, чё за деньги-то? Не, погодите, я куплю броню только когда она нужна будет на месте, так что до свидания.